Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем утро доброе, с вами канал «Китай стал ближе» и сегодня у нас подведение конкурса, совместного конкурса с каналом «Трек Код». Разыгрывались наушники. Сейчас мы посмотрим, кто у нас выиграл, кто победил, кто получит вот эти замечательные наушнички. Для того, чтобы получить эти наушнички, нужно было выполнить несколько движений. То есть, надо было заполнить Google форму, надо было подписаться на мой канал и надо было подписаться на канал Трек Код. Ну и еще небольшое дополнение, это сделать репост ВКонтакте этого видео, точнее не этого видео, а видео с конкурсом, надо было сделать репостик ВКонтакте. Ну что ж, давайте приступим, посмотрим, кто заполнил форму, сколько человек, и будем выяснять победителя. Форму заполнило у нас 100 человек, я не заполнял Google форму. Так что ровно 100 человек. Сейчас мы отключим прием ответов, обновим, чтобы не было никаких претензий. Обновили, делаем табличку. Вот у нас табличка готова, значит, со второго номера. Давайте я ее не спеша прокручу, чтобы все смогли найти свои фамилии, кто заполнял. А то многие писали то, что вот заполнял, а меня нету в таблице. Я не знаю, друзья. Заполняйте Google форму, все это происходит в автоматическом режиме. Я ничего не вношу, никаких изменений. Пожалуйста, смотрите. Есть кто заполнял, кто же это не делал. Итак, дошли мы до номера 101, и с номера 2 переходим на сайт Random. Но перед этим хотел бы еще поделиться одной хорошей новостью, именно с Владимиром Морозовым. Он наконец-то дождался, пришел вчера его монокуляр и будет во вторник он отправлен. А теперь давайте приступим к выяснению наших победителей. Значит, мы вбиваем со второго номера и по 101. Нажимаем 3 раза генерацию. Номер 21. Ну что ж, посмотрим, кто у нас под номером 21. Александр Козей. Давайте выясним, все ли условия были соблюдены. И тогда уже будем поздравлять или не поздравлять победителя. Ищем репост конкурса. Репост конкурса нашел. Теперь заходим на YouTube каналчик на его и смотрим, есть ли у него подписочки на наши два канала, а именно на канал Трек Код и Китай стал ближе. Трек Код уже вижу, есть подписка. Теперь посмотрим, есть ли подписка на канал Китай стал ближе. Есть подписочка на мой канал, значит, мы можем поздравить Александра. Александр Козей стал победителем. Стал победителем в нашем конкурсе. Я с ним обязательно сегодня свяжусь, и мы обсудим, как он может получить свой приз. Ну, вроде все на сегодня, дорогие друзья. Еще бы хотел узнать одну вещь. Вот видео с детскими вещами собирает очень мало просмотров. Это на самом деле неинтересно, или может быть я что-то неправильно снимаю в обзорах? Пожалуйста, напишите в комментариях, что я делаю не так, или просто может не стоит делать обзоры на детские вещи. Потому что детские вещи будут приходить, их будет много приходить, также будет приходить и электроника, и сейчас она приходит. Но вот именно про детские вещи хотел бы узнать.
Ну а на сегодня все. Поздравляем победителя. Сегодня обязательно с ним свяжусь. Следующий конкурс будет в следующее воскресенье. Участвуйте, пишите. Всем обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с моим каналом. До понедельника. Всем пока.